Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов –